Сегодня наша республика, в частности Архыз, стал местом проведения масштабного мероприятия всероссийского уровня – расширенного заседания коллегии Федеральной налоговой службы России. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов лично поприветствовал руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова и команду налоговой службы из всех регионов России. Руководитель республики искренне поблагодарил Даниила Вячеславовича и всю команду ФНС за внимание к бюджетам регионов и оперативную работу на опережение. Мы видим и ощущаем колоссальную работу, которая отображается не только в профессионализме и качестве оказываемых услуг, но и во все большей направленности на людей, на их благополучие. Рашид Тимрезов вручил Даниилу Егорову и ряду руководителей подразделения награды Карачаево-Черкесии за совместную работу и вклад в социально-экономическое развитие республики.